Сварка с подачей проволоки. Привет, меня зовут Стив Блайл, и я сварщик. Сварка с подачей проволоки стала стандартом в сварочной индустрии. При появлении недорогих сварочных аппаратов она применяется в разных мастерских, на фермах и ранчо, и даже в домашних условиях. Есть несколько руководств по процессам сварки с автоматической подачей. Мы будем изучать газ-металл-дуговая сварка. Она часто называется МИГ. Этот процесс использует непрерывную цельную проволоку вместе с внешним защитным газом для защиты расплавленного металла от контакта с окружающим воздухом. Сварочная ванна и шов легко управляемые, и шов фактически свободен от шлака. Этот процесс сначала был использован в промышленности, в середине 1940 года. Высокая скорость результирующей сварки тяжелых алюминиевых листов использовалась цельная проволока и инертный газ, аргон или гелий, и называлась МИГ, металл в инертном газе. Эти защитные газы плохо работали для сварки углеродистой стали, и процесс не был широко распространен. До тех пор, пока не были разработаны новые виды проволоки для работы в окиси углерода или смеси углекислоты с аргоном. Из-за того, что углекислота не инертный газ, термин МИГ технически некорректный. Но все привыкли его использовать, это очень узнаваемый термин. Но общество американских сварщиков называют его дуговая сварка металла в газе или газ, защищающий проволоку. Это относится ко всем типам цельной проволоки и защитного газа. Сварка с подачей проволоки заслужила репутацию действительно простой. С нее легко и приятно начинать изучать любой тип электросварки. Расстояние, которое проходит дуга от электрода до металла, называется дуговой промежуток, и он очень важен. С подачей проволоки, если напряжение и скорость подачи проволоки установлены правильно, сварочный аппарат автоматически поддерживает этот промежуток, даже если есть небольшие изменения в положении горелки. Вы можете варить с первого нажатия кнопки, но это не сильно отличается от того, как это делается в процессе с ручной подачей. Сварочное оборудование управляет дугой, поставляет проволоку и подает защитный газ. Но сварщику все равно надо удержать положение горелки, направление сварки и скорость движения, а также подготовку металла и подгонку соединения. Часть зависит от аппарата, а другая часть относится к искусству сварщика. Тут нет ничего особенно сложного. Чем больше вы изучите технические аспекты, тем более подготовленным вы будете. Независимо, работаете ли вы сварщиком или варите в вашем гараже. Оборудование. Типичный набор для сварки с подачей проволоки содержит источник энергии, устройство подачи проволоки и горелку в сборе и клемму с земли, а также баллон высокого давления с измерителем расхода. Это аппарат все в одном. Источник энергии и устройство подачи проволоки объединены. На производстве используется более мощное оборудование, и тогда источник проволоки может быть отдельным от источника энергии, независимо от размера и типа марки. Все машины делают одно и то же. Дают ток, подают проволоку и регулируют поток газа, то есть у них одинаковые составляющие. Сварочные аппараты с подачей проволоки имеют источник постоянного тока со стабильным напряжением. В частности, эта машина выпрямляет переменный ток на входе и преобразует его в постоянный ток, который подается на сварочную проволоку. На постоянке направление тока определяется его полярностью и определяется тем, как провода подключены к клеммам. Сварочная проволока разработана для определенной полярности, и обычные проволоки для сварки углеродистой стали используют постоянный ток плюс на горелке. Провод, подведенный к проволоке, подключен к положительной клемме. Проволочники полуавтоматы ПА используют CV, источник энергии постоянного напряжения, это отличается от электродной сварки. Эти сварочные машины дают постоянный ток. Пока вы варите, ток и напряжение подстраиваются так, чтобы дуга удерживалась. В проволочнике это происходит, когда горелка находится ближе или дальше от металла. Источник энергии постоянного напряжения старается удерживать постоянное напряжение, а ток может меняться, обеспечивая ток, необходимый для горения проволоки,
проволоки и поддерживания дуги. Источник энергии CV быстро стабилизирует узел подачи проволоки и работает с постоянной скоростью. Весь узел подачи проволоки вполне простой. Есть шпиндель для катушки с проволокой, с фиксатором, входящим в заднюю часть катушки. Шпиндель поджимается так, чтобы, когда устанавливается узел, катушка тоже останавливалась и не продолжала вращаться. Проволока должна выходить относительно прямо. Через направляющую входит в канавку подающего ролика, в стальную направляющую горелку в сборе. Ведущее колесо разработано для определенного размера проволоки, что обозначено сбоку на ролике. После этого его надо поджать достаточно, чтобы проволока не проскальзывала. Кроме стальной направляющей, горелка в сборе содержит также шланг для защитного газа. Сварочный провод передает ток на контактный наконечник. Таким образом, на сварочную проволоку подается энергия. Управляющий провод подключен к кнопке, на конце горелки расположен изолятор и держатель. Контактный наконечник и сопла. Контактные наконечники идут разных размеров для разных размеров проволоки. Также идут различные длины. Для сварки в среде газа контактный наконечник должен быть почти вровень со срезом сопла. Когда вы устанавливаете новую катушку с проволокой, после вставки проволоки в направляющий податчик закреплен, закройте крышку, включите машину и распрямите провода. Нажмите кнопку. Должен быть очень маленький зазор между проволокой и контактным наконечником. Хорошо бы вытащить сопло и наконечник перед появлением проволоки. Наконец, о защитном газе и измерителе расхода. Это баллон высокого давления. Он может быть накачан до 150 атмосфер. Вам необходимо защитить кран от повреждения. Когда баллон не используется, он должен быть пристегнут. Если вы его не используете или хотите его переставить, вам надо закрыть защитой вентиля, даже если баллон пустой. Измеритель расхода помогает регулировать расход газа, измеряется в кубических футах в час. Есть разные редукторы. Манометр высокого давления показывает давление внутри баллона, а другой используется для регулирования потока газа. Перед открытием баллон надо поднять устройство вентиля. Если что-нибудь пойдет не так, медленно отщелкните кран, затем открывайте его до упора. Кран высокого давления имеет два седла. Одно для закрытия баллона, а другое, чтобы уплотнить ось, когда баллон открыт, поэтому открывайте баллон до упора. Независимо от вида измерителя потока, вы можете выставить более точные установки с измерителем потока газа. Поэтому нажмите кнопку горелки. В идеале минимальный поток газа, чтобы защитить сварочную ванну. Обычно 20 атмосфер. Излишний газ будет охлаждать ванну. Если вам не будет хватать газа по какой-нибудь причине, это вызовет парообразование в сформированном шве. Когда установлен поток газа, откусите излишнюю проволоку, и мы готовы к сварке. Это не производственное оборудование, но даже маленькие сварочные аппараты хорошо сделаны. Они обеспечивают, чтобы проволока двигалась равномерно. Поэтому посмотрим, на что надо обратить внимание. Когда мы варим, металл будет горячий, и его брызги будут лететь из расплавленной ванны. Регулярно проверяйте сопла и очищайте нарост от брызг. Есть разные продукты от брызг. Например, Депор спрей. Он не прекращает брызгание, он просто защищает от прилипания. Также стоит проверить, чтобы не было брызг на контактном наконечнике. Он не только удлиняет наконечник, но также зажимает проволоку, ухудшая подачу. Проволока также может сгорать внутри, прилипая к наконечнику. Это обычно происходит, когда вы начинаете дугу, особенно в неудобном положении, или когда металл загрязнен. Хорошо бы иметь на руках несколько сменных контактов наконечников. Сопло, когда его прижимают или двигают, легко повредить. Если оно шевелится, надо сменить изолятор. Насколько чисто и сияюще выглядит проволока из магазина? Она поступает уже с покрытием. В то место, где проволока входит, может появиться нарост, мешающий подавать проволоку. Необходимо установить очиститель, чтобы весь механизм работал без перебоев. Очень сложно сделать нормальный шов, если плохо подается проволока. Обычно проблема не с оборудованием. Скорее, проблема с загрязнением. Если шов начинает плеваться, потратьте время, чтобы все было чистым, и обеспечьте хорошие условия работы. Заполняющая проволока и защитный газ.
С увеличившимся использованием газовой дуговой сварки металла было разработано много разных проволок и газов. Помните последние годы и появление небольших сварочных машин? Этот процесс был популярным для сварки общего назначения. Он был доработан и широко использован, чтобы увеличить скорость промышленной сварки. Вы увидите большинство газов и проволок для скоростной сварки. Это основные проволоки-присадки для углеродистой стали. Обычно используются ER-70S6. Все эти проволоки имеют прочность на разрыв 49 кг на миллиметр. Это указывается цифрами 70. Сила разрыва — это сила для разделения на части. Разница между типами проволоки заключается в тип-количестве химических присадок. Они называются раскислители. Они помогают избежать поверхностного окисления и удерживают газ от сварочной ванны. Вы видите, что есть небольшое количество шлака на шве. ER-70S6 содержит много кремния и магния. Она немного более дорога, но делает хороший шов в разных сварочных ситуациях. Диаметр проволоки выбирается из количества требуемого шва и скорости переноса. 0,58 мм используется для малых сварочников. 0,76 используется для приборного металла. В сварочной индустрии 0,89 считается наиболее эффективной для сварки металла толщиной до 4,7 мм. 1,44 используется для металла толщиной более 6,4 мм. Которые обеспечивают хорошую скорость заполнения. Для сварки общего назначения требуется различная скорость заполнения для металла различной толщины. Размеры проволоки обычно используются тонкие для проволоки типа 0,89. Для настройки машины на большую толщину металла лучший результат даст, если взять толстую проволоку 1,44 и работать с перерывами, чтобы дать остыть аппарату. Для защиты углеродистой стали обычно используется смесь углекислоты и аргона. Основная работа защитного газа — закрыть сварочную ванну и предотвратить контакт с кислородом и азотом воздуха. Этот газ также влияет на характеристики дуги. Дуга создает поток горячего электрически заряженного газа. Чистая углекислота плохо проводит ток и требует большого напряжения. Широкий столб дуги в нем выделяет много тепла и вызывает излишнее окисление, что приводит к глубокому проникновению и проплавлению шва. Все это помогает дуге делать крепкий шов. Проблема чистой углекислоты, что она недостаточно открывает шов. Высокое напряжение дает жесткую дугу и сильно брызгается, и колышет сварочную ванну, ею становится тяжело управлять. С другой стороны, чистый аргон слишком хорошо проводит ток. Требуя меньше напряжения, аргон делает узкую плотную дугу в окружающем потоке малой энергии. Для углеродистой стали чистый аргон будет греть в центре, и заполняющий металл не будет приплавляться по сторонам. Тогда как смесь углекислоты с аргоном в различных количествах производит достаточно энергии при маленьком напряжении. Смесь выбирается, исходя из энергии дуги, которую надо обеспечить. Большинство обогащенных аргоном смесей используются в высоковольтной промышленной сварке. В некоторых ситуациях из-за того, что аргон уменьшает количество энергии, добавляется некоторое количество кислорода, чтобы интенсифицировать процесс. Для общей сварки в любом положении, которое использует низкие установки напряжения, CO2 обычно смешивается с 75% аргона, 25% CO2. Это обеспечивает энергию дуги, достаточную для хорошего проплавления шва. Перенос металла. В газовой сварке металла, когда вы нажимаете кнопку горелки, происходит сразу три вещи одновременно. Цепи подают энергию на проволоку. Соленоид открывает клапан защитного газа и включается подача проволоки. Когда проволока касается металла, начинается дуга и создается сварочная ванна. Все работает вместе для обеспечения стабильного переноса металла с проволоки в сварочную ванну.
Поэтому вам нужно понимать особенности проволочной сварки. Если вам надо больше переноса металла, или вам надо больше тепла для улучшения проплавления, просто нужно настроить сварочник. Каждый из них работает в широких пределах напряжения и скорости подачи проволоки. Их нужно выбирать в определенных соотношениях. При более низком напряжении, когда проволока касается основного металла, ток вызывает перегрев конца проволоки, и она отгорает с дугой. Горячий газ окружает и расплавляет присадку и основной металл сплавления. Из-за постоянной подачи проволоки происходит зазор дуги, она снова касается горячего участка, снова нагревается, отгорает дуга, происходит сплавление. Это называется перенос коротким замыканием. И повторяется 15-20 раз в секунду, производя характерный звук. Очень легко контролируемую сварочную ванну. Поджиг и потухание дуги. Позволяет металлу достаточно охладиться, чтобы можно было варить в любом положении. Нижнем, горизонтальном, вертикальном или потолочном. Считается, что перенос коротким замыканием происходит при установках напряжения меньше 22 вольт. Тут описано, для чего может использоваться сварка с коротким замыканием, приборы и трубки, орнаменты и легкие конструкции. В ситуации, когда нужен больший провар или широкий шов, напряжение и скорость подачи могут быть увеличены. Начиная от напряжения 22 вольт, проволока не может пересечь разогретую дугу, и начинается открытая дуга, горящая все время. Горячий газ создает постоянный поток дуги и плавит основной металл. В смеси CO2 75%-25% наполняющего газа перенос металла происходит через дугу под расплавленным шаром. Это называется сферический перенос. Он производит глубокое проникновение и хорошее проплавление присадки основного металла. Из-за количества тепла при сферическом переносе сварочная ванна очень жидкая. В этом режиме можно варить в нижнем положении или горизонтальном положении. Это делает крепкий шов и большую скорость сварки. Но дуга в среде CO2 75%-25% позволяет некоторым каплям убегать и вызывает значительное разбрызгивание. Для конструкции с небольшим количеством швов этим можно пренебречь. Но в производстве оно нежелательно, потому что на очистку требуется время. Тогда в игру входят различные защитные газы. Переключаясь на смеси, богатые аргоном на высоком напряжении, плотный концентрированный дуговой поток вызывает разрывание заполняющего потока на небольшие кусочки. Это называется перенос разбрызгиванием. Небольшие брызги пересекают дугу в направлении сварочной ванны. Эти процессы с подачей проволоки обычно используются для эффективной быстрой производственной сварки с толщиной металла 9,5 мм. Итак, снова из-за количества тепла и свариваемого металла, позиция, в которой можно варить с помощью переноса разбрызгивания, может быть только нижнее положение. Эта таблица описывает модель переноса в широком диапазоне, напряжение и скорости сварки, которые делают металлогазовую сварку настолько гибкой. Здесь установки аппарата для сварки проволокой 0,86 мм газом CO2 75-25% в абсолютно любом положении. Попытаемся поварить. Сварка в любом положении. Как в любом другом способе сварки, сварка с подачи проволоки дает немного искр, поэтому будет некоторое количество брызг. Защитите себя хорошими перчатками, шапкой и, как всегда, защитными очками. Кроме летающих искр, загрязнения могут отскочить от поверхности металла в процессе остывания. Проверьте маску, чтобы фильтры были чистые. В промышленности рекомендуются фильтры номер 10. Для широкого диапазона сварки с замыканием я использую номер 9, он несколько более светлый. Этот тип сварки во многих ситуациях идет по ходу и хорошо видно, куда вы движетесь. Используйте прозрачное пластиковое стекло, чтобы защитить затемняющий фильтр с обеих сторон, и проверьте, чтобы не было просветов, чтобы свет не проникал внутрь маски по краям фильтра. В идеале клемма земли должна быть присоединена прямо на металл, который сваривается. Это не всегда возможно, иногда она крепится к рабочему столу. Из-за того, что сварка требовательна к точному напряжению, проверяйте, что земля чистая.
Если проволока искрит в начале или на протяжении сварки, или дуга, кажется, не хочет удерживаться, проверяйте клемму земли. Чтобы начать сварку, откусите проволоку, чтобы горелка могла быть близка к металлу. Встаньте устойчиво, используйте обе руки для удержания горелки податчика проволоки, поддерживая одну руку другой. Подвиньте голову, чтобы видеть расплавленный металл. Когда вам будет удобно, можете потянуться или кивнуть, чтобы отрегулировать маску так, чтобы она опускалась кивком. Нажмите кнопку. Управляйте сварочной ванной дистанцией от металла до горелки. Когда дуга загорелась, то наклоном горелки и скоростью сварки для сварки с подачей проволоки контактный наконечник должен быть почти вровень с соплом. Длина проволоки, торчащей из контактного наконечника, называется вылет электрода. И вылет проволоки влияет на количество тепла во время сварки. Источник энергии с постоянным напряжением удерживает зазор дуги и обеспечивает достаточный ток, чтобы сжечь проволоку. Для обычной сварки рекомендуемый вылет проволоки из контактного наконечника от 6 до 9 мм. Если проволока будет длиннее, то она будет перегрета. Будет уменьшаться ток, необходимый для сжигания проволоки, и уменьшится количество тепла в сварочной зоне. Опуская горелку вниз, мы уменьшаем вылет электрода, и увеличивается ток и количество тепла для хорошего проплавления. Расстояние от горелки до металла позволяет сварщику немного изменить количество тепла. Поэтому хорошее начало — это когда горелка близко к металлу, увеличивается ток и тепло. Когда металл заполняет зазор, можно слегка отодвинуть горелку, уменьшая тепло и ограничивая проникновение. Будьте осторожны, чтобы не отодвинуть горелку слишком далеко, тогда дуга станет слишком холодной и не будет проплавляться. Если защитного газа не хватает, тогда будет вызываться порообразование на шве. Для большинства сварочных ситуаций прижмите горелку так, чтобы начать шов. Потом старайтесь удерживать постоянный вылет проволоки от 6 до 9 мм. С зажиганием и потуханием дуги во время переноса коротким замыканием сила дуги недостаточно, чтобы направить заполняющий металл внутрь шва. Для провара и проплавления шва надо удерживать проволоку и дугу на переднем краю сварочной ванны. Это очень слабо заметно, где проволока касается сварочной ванны. Есть большая разница, если проволока направлена на заднюю часть ванны, и металл течет перед дугой, формирующий шов, нагревается. Этого недостаточно, чтобы расплавить основной металл. Шов начинает нарастать на вершине, без прикосновения и приплавления к основному металлу. Это общая проблема. Отлично выглядящий шов не держит металл вместе. Для хорошего проплавления удерживайте короткий вылет проволоки и держитесь впереди шва, удерживая проволоку на переднем краю ванны. Горелку можно держать вертикально, это будет направлять тепло дуги в основной металл. Автоматическая сварка обычно настраивается таким образом, но во многих производственных ситуациях сопло смотрит в сторону. Так как сложно видеть, что происходит и как формируется шов, наклоните горелку для лучшей видимости сварочной ванны. Надо избегать слишком большого наклона горелки. Увеличенный вылет проволоки уменьшает ток, сделает шов холодным. Шов можно вести в обеих направлениях. Это другой метод влияния на провар, форму и качество шва. Обратный наклон или тянуть шов, наклоняя горелку на шов. Тепло дуги направлено в сварочную ванну, делает ее более жидкой. В общем, это позволяет делать шов крупнее, и вы можете наблюдать ванну. Переднее положение или толкание шва, горелка наклонена в направлении движения, тепло дуги направлено вдаль от шва, позволяя сварочной ванне остывать быстрее. Это ограничивает проникновение, делает более плоский шов. И вы видите, что вы делаете. С передним наклоном вам нужно быть осторожным, удерживать горелку у переднего края и не оставлять большую ванну перед дугой. Для большинства швов вы можете просто использовать перпендикулярное положение горелки. Правильный вылет проволоки и скорость перемещения обеспечивают хорошо выглядящий шов с ровным проникновением и проплавлением. Вы также можете использовать слабые движения стороны в сторону, чтобы смотреть внешнюю сторону и часть ванны. И проверяйте, что шов идет прямо.
В ситуации, когда требуется больше движения горелкой, новые вверх-вниз, удерживайте дугу в передней части ванны. Есть и исключения. Но для проволочника вам надо избегать широких движений горелки. Это делает ванну тяжело контролируемой. Если нужен больший шов, вы можете увеличить скорость движения и напряжение. Чтобы наварить больший шов или переключиться на больший размер проволоки, для широких швов вы также можете делать край к краю перехлёстнутые швы. Скорость сварки — это насколько быстро вы можете двигать горелку, зависит от того, как много тепла в шве. Вам надо двигаться вдоль, чтобы избежать излишнего наплавления. Но также надо дать дуге достаточно времени, чтобы расплавить основной металл, позволить заполняющему металлу натечь сверху и приплавиться по краям. В некоторых случаях вы можете увидеть это, смотря на край сварочной ванны. Если скорость движения слишком велика, металл не имеет времени прогреться. Шов будет складываться на вершине шва и может даже не приплавляться к основному металлу. Если двигаться слишком медленно, обычно накладывается дуга к дуге и проволока на вершине шва, вызывая излишний рост шва и уменьшая количество тепла, поступающего к основному металлу. Немного ускоряясь и замедляясь, скорость подачи — это главный метод, используемый во время сварки, используемый для управления размера шва и обеспечивающий хорошее проплавление шва. Проверяйте, что края ванны по сторонам проплавились. Смотрите на вершину шва, чтобы избежать излишней высоты шва. Один из наиболее важных аспектов для успешной сварки — это установка напряжения и скорость подачи проволоки. Обычно ручка управления напряжения задает количество тепла, доступного для сварки, а скорость подачи проволоки определяется размером шва. Есть две настройки, которые надо выбрать. Сначала напряжение и скорость устанавливаются для обеспечения количества тепла и скорости переноса, требуемого в конкретной сварочной ситуации. Второе — это самое важное. Напряжение и скорость проволоки всегда изменяются вместе, обеспечивая стабильный перенос заполняющей проволоки в сварочной ванне. Это значит, что каждый раз, как вы увеличиваете скорость проволоки для большего шва, вам также нужно увеличить напряжение. То же самое, если вам нужно больше тепла для лучшего проникновения, вы можете увеличить напряжение. Но вам также надо увеличить скорость проволоки. Настраивайте эти два параметра вместе для оптимального переноса металла. В сварочной промышленности скорость проволоки и напряжение устанавливаются на максимальный перенос металла. Для мелких мастерских эта идея по максимальному переносу не всегда нужна или нежелательна, особенно когда вы учитесь варить. Определенное количество тепла требуется для хорошего проплавления. Сварочные таблицы расположены на аппарате или же в инструкции. Обычно отражают минимальное напряжение и скорость проволоки для определенной толщины металла. Эти таблицы не берутся в рассмотрение. Положение сварщиками и его способности, если вы умеете управлять теплом, вы всегда можете увеличивать установки. Для большей скорости сварки и лучшего проникновения основная цель при разработке проволочников была скорость. Например, если вы работаете с 4,7 мм металлом, скорость проволоки подстраивается под перенос металла для 5 мм стали и комфортабельно делается за один проход. Когда искусство обращения сварщика с горелкой растет, более высокие установки подачи проволоки могут быть использованы, и увеличенная скорость сварки позволит больше варить за меньшее время. Когда установлена скорость проволоки, напряжение установлено, и оно обеспечивает стабильный оптимальный перенос. Сварочная ванна должна течь сторонами очень управляемо, и окончательный шов будет фактически ровный. Если напряжение установлено слишком большим для скорости проволоки, длина дуги увеличится, больше тепла в ванну. Ванна более жидкая и оживленная. Ей становится тяжело управлять, и начинается излишнее разбрызгивание. Если напряжение мало для скорости проволоки, дуга будет укорачиваться, и проволока будет втыкаться в ванну. Дуга будет нестабильной и не будет хватать тепла для расплавления наполняющего металла и основного металла, и ванна не будет жидкой на краях. Конечный шов будет выпуклым. Для переноса коротким замыканием оптимальное отношение между скоростью проволоки и напряжением может быть построено по звуку дуги. Начинайте с напряжения великоватого для скорости проволоки. Звук дуги нерегулярный. Когда напряжение уменьшится, звук дуги будет более гармоничный. Когда напряжение мало для скорости проволоки,
Звук станет нерегулируемым снова. Для стабильного переноса металла звук наиболее гармоничный. Вы можете делать это, когда вы варите на тестовом куске металла, или изменять напряжение, или скорость проволоки, если ваш аппарат управляется резистором и может подстраиваться непрерывно. Если ручка управляется секциями, вы не можете изменить значение правильно. Независимо от скорости проволоки и напряжения, вам нужно изменять эти два параметра вместе, чтобы обеспечить оптимальный перенос. Перенос металла почти без брызг. Самая большая проблема в газометаллической сварке — это излишнее охлаждение. Сварка работает хорошо, если аппарат установлен настолько горячо, насколько вы можете его сделать. Больше тепла делает лучшее проплавление и более гладкий шов. Попробуем установки для разных толщин металла. Крутим скорость и напряжение вместе. И делаем учебные швы. Если слишком много металла, и он не может удерживаться в ванне, покрутите установки вниз. Если вы думаете, что справитесь с большим количеством тепла, добавляйте. Конечные установки определяются наблюдением за сварочной ванной, горящей дугой и изучением получившегося шва. Гладкий и ровный шов получается с тренировкой. Но края должны быть приплавлены к основному металлу. Если края нависают над металлом, скорость перемещения слишком мала, и слишком малы установки напряжения и подачи проволоки. Если шов выпирает, не растекается по сторонам, наверное, вы варите слишком быстро, слишком велик вылет проволоки, или напряжение и скорость подачи проволоки слишком малы. Если идет излишнее разбрызгивание, напряжение велико для скорости проволоки. Если шов плоский и растекшийся по поверхности, это значит, что вы накрутили аппарат слишком сильно и не справляетесь, или проволока направлена на заднюю часть ванны. На конечном шве, который имеет правильный размер, форму и приплавлен к основному металлу, это все сбалансировано. Ну, вот и все об основных миг сварки металла. Хорошая чистая земля. Используйте короткий вылет проволоки для горячего старта. Удерживайте вылет проволоки от 6 до 9 мм для хорошего проникновения. Наклоните электрод для охлаждения ванны заполняющим газом. Толкайте шов, чтобы ограничить проникновение и видеть, куда вы движетесь. Тащите шов для его наращивания. Устанавливайте скорость проволоки и напряжение достаточно большими, чтобы было хорошее проплавление, и настройте аппарат для стабильного переноса металла. Не торопитесь для того, чтобы ванна растеклась и приплавлялась по краям. Двигайтесь достаточно быстро, чтобы быть на переднем краю ванны, и избегайте излишней толщины шва. Итак, это были демонстрации в нижнем положении. В горизонтальном мы будем варить поперек. Из-за того, что шов должен остывать быстрее, чтобы он не просел или стек, слегка наклоните горелку вверх и в направлении движения удерживайте тепло дуги подальше от шва. Двигайтесь вперед, удерживая проволоку на передней части ванны, и удерживайте постоянную ширину дуги и вылет электрода. Если шов проседает, проверьте, что горелка не смотрит на ванну. Потом попытайтесь увеличить скорость сварки, чтобы оставить основной металл холоднее. Вертикальный шов в режиме короткого замыкания делается сверху вниз. Тепло поднимается, поэтому вы уходите от тепла. Это делает основной металл холоднее. Немного наклоните вверх горелку, чтобы тепло удерживало ванну. Двигайтесь прямо вниз или со слабым движением из стороны в сторону. Двигайтесь достаточно быстро, чтобы опережать расплавленный металл. Удерживайте проволоку на переднем крае, чтобы был провар. И смотрите по сторонам, чтобы шов был прямым. Если вы можете двигаться достаточно быстро и управлять швом, вы можете добавить скорость проволоки и напряжение, при условии, что наполняющий металл не слишком жидкий. Сварка потолочного шва проволокой, как и любой другой сварочный процесс, нетрудная. Она просто неудобная. Для потолочной сварки вам нужно удобное положение, чтобы вы могли управлять горелкой. Наклоните горелку в направлении движения, чтобы тепло было подальше от шва. Когда вы варите потолочный шов, двигайтесь, не старайтесь получить больше шов. Когда научитесь, вы сможете переносить больше металла. Держите горелку прямее с легким движением из стороны в сторону. Если у вас не получается варить над головой, проверьте правильность вылета проволоки или другую скорость сварки. Когда варите, позволяйте ванне расплавляться, чтобы перевязать ее. Недостаточно быстро, чтобы избежать перегрева и излишнего нарастания шва. Одно из достоинств проволочника — это легкость в работе. Начать делать хороший шов не займет много времени. Поэтому тренируйтесь в сварочных швах.
Первый шаг — подготовка металла. Нужно убрать абсолютно всю ржавчину, краску, масло, все с металла. Даже потемневший металл. Загрязнения часто вызывают газоотделение, что приводит к порам в окончательном шве. Загрязнения также забирают тепло, которое должно было идти в основной металл, ограничивают проплавление шва, особенно по краям. Потому что металл недогрет до плавления. В многих ситуациях вы найдете, что металл разогревается довольно долго. И когда он сваривается, есть четыре типа сварочных соединений. Стык, внахлёст, Т и угловое. Начнем со встык. Очень тонкий металл сваривается внахлёст. Но если проект требует сварки встык, надо потратить время на точную подгонку. Любой зазор вызывает проплавление краев, что приведет к дырке. В нижнем положении толкайте шов, чтобы получить провар. Но это не всегда возможно. Вертикальное движение вниз хорошо на тонком металле, потому что металл остается холоднее. Если металл более толстый, оставляете небольшой зазор для более глубокого проваривания. Делайте его одинаковым, чтобы удержать одинаковую скорость сварки. Хорошая подгонка позволяет сделать хорошо выглядящий и крепкий шов. В идеале шов должен давать 100% провар. Это происходит не всегда. Но варите так глубоко, как только можете. Для максимальной прочности вырежьте металл с другой стороны и заварите его до полного провара. Когда металл становится толще 3 мм, вы можете делать более широкий зазор или обработать края. Кроме обеспечения глубокого шва, края металла быстро расплавляются, и заполняющий металл приплавляется по внешним краям. Если надо подогнать тонкие листы, вы можете сделать это шлифовальной машинкой. Для толстого металла собирайте стык зазором от 1.5 до 3.1 мм. Используйте U-образное движение. Удерживайте дугу в начале ванны, на краю металла, перенося проволоку через зазор. Чуть-чуть через заднюю часть ванны и на другую сторону шва, взад и вперед, удерживая дугу очень глубоко, внутри соединения. Если проволока проскочит внутрь шва, она отгорит и оставит холодную проволоку в шве. В зависимости от толщины металла, возможно, что вы не сможете заполнить соединение за один проход. Конечный шов можно использовать слабые движения из стороны в сторону. Удерживайте дугу на передней части ванны, двигаясь достаточно широко, чтобы покрыть края шва. Идея в том, чтобы не сделать весь необходимый шов. Толщина шва должна быть равна толщине металла. Металл должен быть глубже внутри соединения. Сварка внахлёст очень простая. Еще она называется ленточная сварка. На тонком металле делайте прихватки, чтобы металл не расходился. Если шов будет косметическим, можно шлифовать шов. Толкайте шов в нижнем положении для управления проваром или для вертикального положения. Варите сверху вниз. Для более толстого металла шов должен расходиться в стороны и вверх на толщину металла. Держите горелку почти перпендикулярно соединению. Или немного наклоняйте горелку, чтобы толкать шов. Если тянуть шов, то его середина будет расти над металлом вверх. В соединении верхний край будет прогреваться сильнее, чем низ. Поэтому направляйте тепло дуги вниз. Если шов неровный, тогда нужно просто поправить угол расположения горелки, чтобы шов был правильный. Перенос проволоки зависит от скорости сварки и скорости подачи проволоки. Вы можете использовать слабые движения горелкой, но если вы справляетесь с теплом, увеличьте подачу напряжения, чтобы увеличить перенос. Заполняющий шов используется для Т-образных соединений. Это очень похоже на шов внахлёст. На тонком металле сверху вниз делается хорошо выглядящий шов. Но то, для чего была сделана металлогазовая сварка, это сварка толстого металла. Нужно высокое напряжение, чтобы обеспечить хороший провар. Обеспечить стабильный перенос металла, а также большую скорость проволоки. Если к этому моменту вы не можете управлять ванной, процессом ванна выпадет. Вы можете сделать шов, увеличив скорость сварки. Чтобы избежать излишнего нарастания шва, много проходов, чтобы увеличить размер шва.
Угловое соединение подгоняется несколькими путями. Края могут быть перекрыты со швом на внешней стороне. Для тонкого металла в вертикальном положении попробуйте сварку сверху вниз. Для толстого металла вырежьте канавку на одной из сторон. Вы можете варить прямо на соединении. Также можно добавить заполняющий шов изнутри. Но тогда появится тенденция к загибу деталей в направлении заполнения. Уголок также можно оставить по внутренним краям. Постарайтесь оставить зазор для проваривания. Этот тип обеспечивает хорошо выглядящий крепкий шов. Его легко варить. Тренируйтесь делать различные швы. Смотрите на сварочную ванну, изучайте получившийся шов. Даже пытайтесь сломать его, чтобы посмотреть, как заполняющий металл приплавился к основному металлу. Большая часть обучения сварки состоит в том, чтобы найти, что работает для вас. Шаровой и пылевой. Мы показывали сварку во всех положениях для переноса металла коротким замыканием. Для лучшего переноса и провара, используя ту же проволоку, вы можете увеличить напряжение и скорость подачи больше, чем на 22 вольта. У вас появится открытая дуга и получите шаровой перенос на CO2 75-25 или капельный перенос на богатым аргоном смесями. С точки зрения сварщика, они похожи, но для высокоскоростной сварки разница проста. Из-за количества тепла в заполняющем металле он используется только в нижнем положении или для горизонтального заполнения, которое можно считать плоским. Контактный наконечник немного внутрь, и используется более длинный вылет электрода на 12 мм. Слегка наклоняйте горелку, чтобы толкнуть шов. Направляя тепло от сварочной ванны. Направляйте проволоку на шов. Нажимайте кнопку и старайтесь быть впереди ванны. Когда остановитесь, изучите получившийся шов. Вам надо будет изменить скорость сварки и угол горелки для правильного расположения металла. Для настройки с высоковольтной дугой вам больше не получится использовать звук. Но они все настройки также производятся вместе. Скорость проволоки устанавливается, чтобы формировать требуемый шов. На картинке, как здесь, шкала означает проценты от максимальной скорости проволоки, которая обычно 30 см в секунду. Собственно, каждое деление — это 3 см в секунду. Для проволоки 0,88 мм начните с 18 см в секунду. Напряжение начинайте с 25 вольт. В зависимости от смеси защитного газа, напряжение управляет длиной дуги. Если напряжение великовато, дуга будет длинная. Направляя тепло в ванну, ей становится трудно управлять. Если напряжение низковато, проволока втыкается прямо в ванну, вызывая вспышки и излишнее разбрызгивание. Установите напряжение для короткой дуги. Шаровая перенос для 75-25 CO2 будет вызывать брызги, так что берегитесь. Капельный перенос в газе богатым аргоном с установкой подачи напряжения для короткой дуги почти не вызывает брызг. Оба шаровой и капельный переносы могут быть использованы при любой толщине металла, который может быть прогрет. В производстве капельный перенос рассматривается как самый эффективный для сварки металла толщиной до 9 мм. Остальные сварочные процессы, используемые для более толстого металла, с большей скоростью переноса и большей скоростью сварки. Итак, все. Я думаю, вам все понятно, что делать и на что смотреть. Проволочная сварка — это прежде всего необходимость положить требуемое количество металла с хорошим проплавлением. Размер шва контролируется скоростью сварки и проволоки, теплота сварки определяется напряжением, скоростью сварки и вылетом электрода. Привыкните к оборудованию и обслуживайте его, чтобы проволока подавалась ровно, очищайте металл и потратьте время для подгонки соединения, тренируйтесь варить в разных положениях. Крутите одновременно скорость проволоки и напряжение для стабильного переноса металла. Удерживайте проволоку на передней стороне ванны для лучшего провара. Смотрите на стороны и на шов над швом. От всей души желаю вам научиться быть хорошим сварщиком. We'll be right back.